Отже, до нас до студії завітала сьогодні візажист гример Яна Поверинова і її модель Віра Чернаус. Вітаю вас у нашій студії. Здравствуйте. Так, зимовий макіяж. Мені здається, з цим досить часто виникають проблеми, бо дівчата не встигають перейти якось з осіннього, з літнього на зиму. Спочатку давайте розберемося, як доглядати за шкірою і як, що робити, щоб взимку її не пошкодити, не нашкодити їй. Так. Получається так, з приходом зими у нас наша кожа становиться більш сухою. І дуже важливо тримати баланс, водний баланс нашої кожи. Да? Ми повинні пам'ятати, що треба пити воду часто, да? Не забувати. Це як і літом, да? Якщо весна і осінь, це не до такої степені, то зима і літо – це кардинальна потеря влаги. Да? Появляються вітра, які пересушують нашу кожу, тому нам треба обильне увлажнення кожи. Да? Тому ми не тільки вовнутрь воду употребляємо, да? Ми любителі чаїв, а також ми ухажуємо за кожею. Підсушується не тільки суха кожа, вона становиться суха кожа більш сухою, а також і нормальна кожа, а також і жирна кожа становиться комбінірована. Вона не буде вже жирна, вона не буде виділяти стільки, допустим, да, як літом жирного слою. Тому все одно навіть жирна кожа буде потребувати питання. Тобто дехто може порадіти, що може там не буде так виділятися цей блиск жирний, а дехто буде ще більше страждати від цього. Так, да, навіть жирна кожа, вона пересушивается на ветрань, сильно повреждает кожу, особенно снаружи, поэтому она пересушивается, ее надо увлажнять. Увлажняем мы не просто, мы не жирными, жирную кожу мы не увлажняем жирными кремами, мы увлажняем специальными кремами для жирной кожи, там идет питание витаминное, без маслов, а также мы используем термоводу, ее можно приобрести в аптеках, то есть фирм очень много, поэтому нету смысла даже что-то говорить, да, що краще. Вони, в принципі, всі неплохі. Так, я бачу, що наша модель вже трошки нафарбована. Розкажіть, що ви як зробили, що нашим дівчатам як повторювати. Смотрите, обязательно мы, когда встаем, да, мы какие-то определенные процедуры делаем с утра, потом после этих процедур мы наносим обычный увлажняющий крем. Да. Как мы подбираем увлажняющий крем или, допустим, более питательный крем, как для сухой кожи? Мы ходим обязательно к косметологу. Мы что-то для себя сами, нам очень сложно выбрать. Да. Это знает больше наш косметолог. То есть мы ищем себе хорошего косметолога, который поможет подобрать нам определенные крема. Тогда мы уже от этих кремов и отталкиваемся, да, мы уже знаем, что наша кожа увлажнена, и мы можем взять уже правильный тон. Опять же, тон мы не должны брать сами, мы не можем прийти и выбрать сами себе тон. Мы сталкиваемся с тем, что мы берем или не той расцветки, да, или тон сильно пересаливает нашу кожу, если жирная кожа, или наоборот, он пересушивает кожу. Все из-за того, что мы не знаем ни состав, да, многие не читают, они просто смотрят по цветогамме. Многие не знают цвет гамму своей кожи, поэтому лучше проконсультироваться со специалистами. Поэтому мы подбираем тон по цвету нашей шеи. Да? И есть у нас холодная кожа, есть у нас теплая кожа. Это очень важно знать. Да? Если мы подберем неправильно, то у нас будет цветовая гамма неинтересная. Да? У нас будет лицо одного цвета, а шея будет другого. А еще у нас есть руки. То есть у нас получится что-то несуразное. Веселка трошки. Да, поэтому всегда мы должны обращаться к специалистам, которые подскажут. То есть это не значит, что каждый раз к ним ходить. Мы можем прийти, они нам подскажут, да, как выбрать, что выбрать. Могут подсказать, где это купить, да, чтобы было легче. Мы нанесли базу, то есть девочка наша знает уже, как увлажнять кожу. Мы нанесли после крем основного питательного, да, уже базу под тон. Очень важно, база под тон, она выравнивает потом тон, который наносим сверху. База под тон ложится очень тонким слоем, она не делает кожу жирной, блестящей какой-то. Да, взимку она... не страшно так? Нет. Но так как сейчас тенденции моды нам навевают, да, более блестящую кожу, мы же знаем, все шиммерные, щечки должны блестеть, да. То есть вот эти хайлайтеры, они высвечивают нам зоны, участки, да, нашей кожи. Мы не красим полностью все лицо, мы определенные зоны, выгодные нам, мы выделяем, да, это верхняя скуловая зона, центр лба,
чуть-чуть верхушечка носика, да, кончик носика, если нам позволяет длина нашего носика, да, потому что если мы ставим светлую точку, мы, естественно, либо удлиняем носик, либо мы его делаем чуть-чуть тобто короче. Тобто у кого трошки, ну, не дуже, краще не робити себе буратіно. Да, так гримери і действують, да, вони можуть загримувати, зробити носик длиннее, короче, вони знають, як регулювати, тобто гра йде зі світом і тінью. То же самое идет, да, темная гамма, бронзаторы. Они тоже есть и более матовые, есть и более шиммерные. Шиммерные – это блестящие текстуры. Сейчас хочется сделать объем. Бронзаторы мы делаем лицо более объемным. Мы, допустим, нанесли тон. То есть мы сделали чистый лист бумаги, на нем ничего нету, никаких переходов. А хочется, чтобы на лице немножечко солнышко оставалось после этого, да, чтобы выглядело как-то вот, будто мы где-то после какого-то спа-салончика, да, красиво в свете. Где-то, может, хочется, чтобы скулки запали, да. Все говорят, о, сделайте мне, чтобы лицо было чуть-чуть худее. Ну, мы с помощью бронзаторов, да, днем мы не пользуемся тяжелыми корректорами, потому что если мы будем тяжелые корректоры использовать днем, то это будет выглядеть как грязные пятна, да, это мы делаем на фотосессию, потому что фотосессия съедает 4 цвета, мы знаем, как сфотографировали, все, ничего не осталось на лице, поэтому там поярче, глаза поярче, коррекция поярче, румянчик, потому что фотоаппарат все съедает. Да, ну давайте трошечки тоді продовжимо, я знаю, что одну сторону уже намалювали. Чуть-чуть, да, я покажу, вот. То есть мы проработали, девочки, да, скуловую зону. Когда мы делаем темную коррекцию, мы смотрим на ушко, вход в наше ушко, вверх и низ. Вот это единственная зона, которая ведет к нашим губкам. Вот, где идет наш темный корректор, да, но можно много рассматривать, есть формы лица, но на данный момент, да, это классические. Форма – это вход в ушко, и у нас треугольничек идет напрямую, не заворачивая, вот как мы кистью, вот не заворачивая губам, не разрезая, да, не делая человек, который смеется, как я девочкам, девочки, не делаем человек, который смеется. Выходим по плоскости, если мы хотим дома потренироваться, по плоскости выходим, не заворачивая нашу кисть. То есть, в принципе, сложного ничего нету, да. Це бронзатор. А як щодо румян? Румянчик, да. Да, бо на это часто кажуть, там, ну не фарбуйте ви тими румянами, да. Бо це ж зима, ну у вас так щечки будуть червоні, що робити з цим? Да, если мы положили плотный тон, мы не боимся зимой ложить плотный тон, мы не боимся зимой корректировать, так как слой наших всех корректоров, наших всех, нашего тона, базы, он защищает от морозов. То есть мы одеваем, грубо говоря, шапку на лицо, мы защищаем наше лицо от ветров. Это еще с советских времен, я помню, книжку нашла, там написано, не бойтесь. До сих пор не боюсь. Это защита лица зимой, поэтому не боимся. Да, ну если правильно все подобрано, если там нету каких-то компонентов, которые действительно убивают, да, там, лицо. Не берем мы тон балерина, да, советских времен, берем сейчас очень много хороших, органических, правильных баз, тонов, да, то есть мы читаем обязательно, что мы берем, что мы наносим на лицо. Ось декілька просто компонентів, да, які мають бути в тональному кремі, ну, щоб не зашкодити взимку і, ну, захистити шкіру. Обязательно вітаміни, може бути і гліцерин, то есть все в зависимости от того, да, какой тип кожи. И даже цинк ставят в базу для тона, чтобы, допустим, если какие-то есть пораженные участки, оно увлажняет и подсушивает, и опять же и подсушивает и наши участки, делает дезинфекцию, то есть и лечит, и при этом дает хороший красивый цвет. Давайте нашу модель трошки дофарбуем, чтобы она не пришла у нас зі студии. Чуть-чуть хайлайтер, так как мы прям, я не знаю, в этом году тенденции никак не уйдут от вот этих блестящих зон. А по кольорам, центр, наприклад, що взимку краще, от які кольори обирати? Всегда, от, когда говорят, мол, в моді какой-то определенный цвет, понимаете, много цветотипов. Весна, лето, осень, зима, это очень долго разбирать, и каждому цветотипу идет свой цвет, допустим, там тона, свой цвет помады. То есть мы не можем, допустим, одному цветотипу одеть помаду другого цветотипа, потому что модно. Кто-то будет красиво выглядеть. Нет, нет, мы что-то берем с моды, да, как, допустим, сейчас в этом году тенденция
хорошо украшенные реснички и внизу, и вверху, то есть, и опять же, нюдовские, да, вот. Да, да, и опять же, и тут же параллельно мода нюдовского вообще, макияж без макияжа, то есть, очень много. Можете смело зранку не формуватися, це у вас нюдовський макіяж, можна спокійно встати з ліжка і піти на роботу, а за це поспати дощ. Да, ні, ну, главное красиво прочесати бровочки. То есть мы можем... Не только волосы, да, а бровочки. Сейчас все красиво причесываем. Если да, была румянчик, да, на естественную зону ложу. Если лицо склонно сильно к покраснениям, мы румянчик, даже если ложим, выбираем более персиковый в гамму. Потому что они содержат, персик содержит красный и желтый цвет. Желтый будет приглушать основной, да, красный цвет. А если положить розовый, а розовое содержание розовое, это белый, и красный. Все, красный усиливает красный. Поэтому мы должны понимать, что есть. Треба разметать. Да. Угу. Мы на основную, на зону щечек ложим, не подходя сильно к носику, да, не делаем, девочки, да, повышенное давление. То есть мы понимаем, что есть правильный румянчик, есть неправильный румянчик, да. Так, ну теперь, девчата, да, не встигаємо ми розказати вам усі секрети, але я думаю, впродовж наступних ефірів ми це зробимо. Але сьогодні все ж більше дізналися, можете не боятися макіяжу, він захищає вашу шкіру.